Ну а следующую новость мы оставили на десерт. Сегодня на ведущей кондитерской фабрике Чувашия презентовали новые технологические линии. Оценил производственный процесс и глава республики. Где-то экономический кризис и спады, кто-то закрывается, не выдержав конкуренции. Ну а у Аконда все в шоколаде. Производство постоянно развивается, а ассортимент пополняется. Новый производственный корпус предприятия открылся меньше года назад. Посмотреть, как заполняются новым оборудованием производственной площади, приехал и глава республики. Знакомство с производственным процессом началось с 4-го этажа. К примеру, вот на этом оборудовании встречаются воздушный рис, кукурузные хлопья и нежная шоколадная подложка. В итоге с конвейера сходит новинка – конфета «Вираж». Это сладкое новшество производит на одной из технологических линий верхнего этажа корпуса, который пока в стадии запуска. Также главе республики продемонстрировали производство конфет под экзотическим названием «Мадагаскар» и «Ракета». Однако всех тайн кондитеры не раскрыли. Так, этажом ниже оборудование еще только монтируется. Здесь будут производиться как конфеты, которые уже успели полюбить покупатели, так и новинки. Информация о новом лакомстве пока держится в тайне. Известно одно, жители республики ждет много новых вкусностей. Если предприятие заработанные деньги инвестирует в воспроизводство, это нормальное явление. Этим и должна, наверное, и улучшаться состояние экономики и в республике, и в России, и в стране. Так что самое главное, этот показатель должен быть. Мы знаем, что есть окон предприятия, да, под старый корпус. И то, что последние годы построили два новых корпуса, это практически почти 18 тысяч квадратных метров новых производственных мощностей. Можно сказать, что Аконд построил новый завод. Это визитная карточка Чувашской республики. Я не побоюсь этого слова. Впрочем, делает слаще жизнь предприятия не только в Чувашии. Продукция вывозится и в другие регионы, и даже страны. Представители компании уверены, производство будет расти и дальше. А глава республики еще не раз приедет оценить новинки. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.